Моя вторая попытка погрузиться под воду на Мальдивских островах. Амир, мы сейчас будем... Что надо делать, так? А? Ты что-нибудь видишь, Бека? Так вижу, так не вижу. У меня какой-то мутный экран. Надо его протереть. Because face cream, sun lotion, too much. Face cream. Данильчик, Данил? Ты плаваешь, сынок? Как тебе, сына? Вот Элька. Данил? Данильчик,
Данильчик. Амир. Все, поднимайтесь. Намазку. Намазку. Окей. Даниль! Добрый. Данильчик. Ну вот, девочки, это другой остров. Мы сюда приехали. Вон, Амир плавает, он говорит, ему 4 годика, он вообще ничего не боится, ведь снимает меня вообще далеко-далеко заходит. Тут преимущество Химуша, Химопуш, что тут песок белый, вот такой вот классный. Но море в воде, где вот это вот нормально. А здесь, во-первых, вот это вот черное, это тина, а вот это черное, это тоже тина. И, ну, тут больше, короче, туристов намного. Тут они, считай, отдыхают просто. Вот. Ну, и купаться, конечно, в лазурном поприятнее, чем вот в этом. Поэтому Мальдивы, они разные. Мальдивы несколько, ну, много островов, и они все типа разные. Та-да! Арбата будет делать, когда ты бан. Друзья, мы сейчас будем ловить рыбу. Сейчас поймаем рыбу. Красивую, большую, да, сына? Будем есть рыбу. Посмотрим. Надеемся что-то поймать, но можем и не поймать.